По словам заместителя главы города Олега Есюка, туристам нужен именной продукт любимого курорта. Поэтому производителю нужно поработать над оригинальной этикеткой и запоминающимся дизайном бутылки. Новый продукт должен стать еще одним брендом Сочи. Я понимаю, что вы промышленник, и для вас это главное – это выпустить. Но сейчас из-за того, что большая конкуренция, главное, мне кажется, это продать. Это большая задача по продаже, поэтому нужно менять имидж, менять бутылку, этикетку, все это сделать таким сочинским, ажурным, красивым. Такой же и напиток должен быть, такая же и цена. Вот тогда он попадет в ту линейку, которая в общем должна. Завод в Адлере открылся около года назад. Его представители заверили, что вино готовится исключительно из натурального продукта, без каких-либо добавок. В рамках федеральной программы импортозамещения в Сочи за последний год открылось несколько предприятий по изготовлению собственной продукции. Вино станет новым этапом развития как в отрасли продовольствия, так и в сфере туризма.